Хотелось бы также обратить ваше внимание на обращение, поступающее в Министерство жалоб на образовательные организации города. В 2015 году Министерство поступило 315 обращений, в 2016 году 369, из них коррупционного характера 41 обращение. Анализ поступивших обращений выявил актуальные темы, волнующие граждан города Казани. Это жалобы на злоупотребление полномочиями руководителям и педагогам образовательной организации, нарушение законодательства, сбор денежных средств на различные нужды школ и детских садов, жалобы на отсутствие мест детских садов, жалобы на качество образования, конфликтные ситуации между участниками образовательных отношений. Зачастую поступление обращений на уровень президента или министерства свидетельствует о недостаточной разъяснительной работе руководителя образовательных организаций с родителями и педагогическим коллективом. Считаю, что в наступающем учебном году необходимо уделить особое внимание педагогической этике, принять исчерпывающие меры к недопущению нарушений законодательства, усилить разъяснительную работу с родительской общественностью образовательных организаций.